И пойдет. Готово? На мяч, на мяч. Пока не Шарапова и не Сафина, но Лиза уже уверенно держит ракетку, отбивает мяч от стены. Ваня тоже делает первые успехи, хотя у обоих только второе занятие. До этого никто из них ракетку в руках не держал. Когда сюда пошла, я знала, что я и знаю, что добьюсь цели. Чтобы научиться играть и всех побеждать. В основном я хотела заняться спортом. Ну, вот как раз появилась такая возможность хорошая. Как вам тренер? Хороший. Добрый. Да потому что он сейчас слушает нас? Нет. Просто добрый. Открыть школу решили в Федерации большого тенниса в Алтайском крае. Идеальное помещение нашлось в спорткомплексе «Темп». Решили, что детский теннис надо поднимать, потому что 2-3 года был просто провал. У нас играющих маленьких спортсменов практически нет. И мы решили сделать это максимально бюджетно. Я думаю, что через месяца 2-3 здесь просто места не будет, точнее, да, для свободных окон. Кстати, ракетки и мячи предоставляет сама школа. Для родителей будущих чемпионов это большой плюс, ведь детская ракетка стоит около 5000 рублей, взрослая профессиональная – порядка 17. Да и стоимость занятий отличается от многих клубов в городе. В общем, отличный вариант для тех, кому наскучили тренировки в спортзале. Сколько можно калорий сжечь за тренировку? 3-3,5 тысячи, легко. То есть за одну тренировку? За час я набегиваю 10-12 тысяч шагов. Ну, за свою тренировку, допустим, да? Вот, соответственно, 10 километров. Сейчас в школе формируются группы. Самому маленькому теннисисту 3 года. Он еще сам размером с ракетку. А вот ограничений по возрасту нет. Теннису здесь обещают обучить любого барнаульца с нуля. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.